Снова с вами я, Ева Лорман. Мы продолжаем уроки декоративной росписи, и мы рисуем розу. Какой у нас дизайн может получиться, используя вот эту розочку? Это он может быть как и самостоятельный, так и в виде окантовочки. Ну, к примеру, предположим, у нас вот здесь френчик идет. Вот мы, предположим, уже нарисовали френчик. Надо чем-то украсить. Мы можем его украсить вензелем, но в данный момент мы рисуем розу. Вот как это может выглядеть. Здесь у нас уже идет прорисовка без фанатизма, потому как у нас не хватает здесь места. Поэтому у нас здесь она такая необъемная, не сильно большая. Вот мы нарисовали две розочки и к ним листики. Верх тоже также можно украсить листиками. Получается достаточно эстетичная, красивая картинка, которая украсит наш френчик. Также мы можем ее нарисовать в одиночестве. Тоже листики, которые в принципе уже нами отрабатывались в вензеле. Вот на уголочек получается такая достаточно симпатичная картинка. Также можно и с этого уголочка ее нарисовать. Очень часто этот дизайн используется в свадебных каких-то элементах. Где присутствует все нежное, красивое. Присутствует такая своеобразная классика. С вами была Ева Лорман. Тренируйтесь, оставляйте свои комментарии, пишите пожелания. Всем успехов, удачи, пока-пока!